Мария представляет на ярмарке вакансий учебные заведения. Пройти обучение или тестирование по профориентации предлагают студентам, женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и людям старшего поколения. Будем обучать граждан по национальному проекту содействия занятости демографии. Категории это 50+, возрастная. В приоритете, конечно же, мы рады будем видеть пенсионеров и 50+, которые у нас работают. Они могут получить смежные профессии. Ярмарка вакансий в волейбольном центре открывается для жителей округа один раз в квартал. В этот раз ее приурочили к празднику труда Подмосковья и 30-летию службы занятости населения. Лично познакомиться с работодателем и напрямую задать все вопросы – основное преимущество таких встреч. Сегодня можно увидеть и пообщаться. У нас представлено 35 организаций, ищущих работников, учебные центры, которые предлагают курсы повышения квалификации, переподготовки как для взрослого населения, так и для выпускников школ. Если вы пока не определились со сферой деятельности, вам предложат пройти тест на мультипсихометре и узнать, что вам больше подходит. Еще один бонус ярмарки – экономия времени и максимальный охват предложений. Менеджер, слесарь, работник торгового зала, бухгалтер – тут представлены вакансии для специалистов разного уровня опыта. У нас открыто порядка 8 вакансий. Сегодня действительно огромная проблема с квалифицированными кадрами. Мы работаем, в частности, с колледжами, но вы все знаете, что время нужно определенное, чтобы вырастить специалистов. Кстати, на ярмарке можно не только найти работу. Специалисты помогают составить резюме, консультируют по разным вопросам, учат успешному прохождению собеседования. По статистике Одинцовского центра занятости, после ярмарок вакансий около 50% соискателей находят работу. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».